Агитработа республиканцев продолжается также в Мангистауской области. Кандидаты в депутаты посетили рынки и торговые центры города Актау, беседовали с жителями. Представители партии общались с владельцами бутиков, узнали, с какими трудностями сталкиваются предприниматели. Они, в свою очередь, озвучили проблемы и говорили, в каких сферах хотят видеть изменения, как в своем деле, так и в жизни города. Обсуждалось, почему казахстанцам важно выразить гражданскую позицию и идти голосовать. Республиканцы поздравили горожан с праздником Амал и пожелали здоровья, а также благополучия. Партийцы ознакомились также с работой предприятия нефтяной отрасли, рассказали его сотрудникам о своей предвыборной платформе. На встречах с населением и трудовыми коллективами люди говорят о проблемах в сфере медицины, образования, бизнеса, а также о безработице и изменении условий военной службы. В целом, за два дня в Мангистауской области мы охватили около 2000 человек.